Ущерб декоративным растениям Сочи наносит 71 вредитель. Особо опасных из них 14 и 17 карантинных. Наиболее известны коричнево-мраморный клоп, американская белая бабочка, пальмовый мотылек и долгоносик. Контроль за ввозимыми растениями сейчас ведется строгий, но сегодня важнее бороться с уже имеющимися очагами, подчеркивает глава города. Для этого в мэрии и собрались теоретики с практиками, представители науки и чиновники, которым необходимо сообща определиться с наиболее эффективными методами борьбы. На сегодняшний день метод один – опрыскивание растений, а химпрепараты приобретаются на сэкономленные средства. У нас должна быть четкая строка с финансистами отработать, и эти деньги должны целевым методом выделяться именно на эту повестку. Здесь ничего не надо экономить, здесь наоборот должна быть очень серьезная, взвешенная, масштабная работа. На сегодняшний день, если не будут приняты кардинальные меры, мы через 2-3 года город вообще не узнаем. Поэтому в этой части задача одна – сохранить зелень, приумножить. Площади для выращивания необходимого посадочного материала готов предоставить национальный парк. Что же касается новых методов борьбы с вредителями, то они есть. С 1 апреля в Сочи начнется эксперимент. Апробировать будут два разных метода, пока на пальмах. В ход пойдут уколы и, опять-таки, паразиты. На сегодняшний момент у нас на повестке дня стоит вопрос применения внутристволовых инъекций. И второй метод – это препарат на основе нематод. Это хищные черви, глисты, скажем так. Есть уже у животных, есть у растений свои, у насекомых свои глисты есть. Выделено место, это Хостинский район, улица 50 лет СССР. Там масса, ну фактически 100% заселенная мотыльком пальмы. Время Че у нас определено с 1 по 6 апреля. Но для того, чтобы своевременно в апреле-мае, нам в конце апреля, в мае начать обработки, нам координироваться нужно сейчас. И, безусловно, координация без участия главы города, она просто невозможна. Я думаю, что при таком подходе руководителя, первого лица нашего города, мы должны будем получить высокий эффект от организации проведения защитных мероприятий. Очередная встреча через 2 недели. Такой срок определил глава города на разработку проектов. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.